завершающий день творческого проекта «Земля. Наш общий дом». Сегодня будут выступать участники 9, 10 и 11 классов. И, кстати, как я вам уже говорила, сегодня я буду выступать не только в качестве зрителя, но и выступать на сцене. Я думаю, представление будет, как всегда, очень увлекательным. Ну, народ собирается, мне пора идти. Пока! Откуда ты потом, что прилетела? Из города. Ты себя не узнаешь? Ты что, как за свет готовишь? Тебя на сахарный джон поменял? А вообще, да, не витали без завода. Там такие выходы, вот из этого все есть. И то, что мы с вами скупали все эту воду. А ты думаешь, нам не все хорошо? Смотри, здесь я иду. На салам, ты ловишь, ты что случилось? Тогда не нужно, пишешь, не хочешь. Хочу лечь в реально. На завод какой-то лучший жизнь испарил. Не то, что мне мешать невозможно. Вот приходится ходить на дальний мостик, да и там туристская разница. Хозяйничек, на дорогой зрение ломаю, просто совсем не нужен. Того и кризис, пожарный субботник. Что же мы делать будем? А сколько бутылок мы напьем? Я на днях лапу поездила. Когда мы можем успокоиться, все и нас комиссия. Мам, ты хочешь слушать, что совсем, что совсем живот? Пейте всю воду. Тишина хочется. Шум, авто, надоело. А я смотрю по фасону, слышишь, да, на экране? Я слышу, да, на экране. А я испугался, просто прыгнул, а там яма. Мне страшно, прижаривайся. Есть на земле огромный дом, под крышей голубой. Живут в нем солнце, дождь и гром, лес и морской прибой. Живут в нем птицы и цветы, и весенние сон ручья. Живешь на свету в доме ты и все твои друзья. Куда дороги не вели, всегда там тишино. Природа, которая сидит, зовется ты. Бегите эти земли, эти воды.
This is
Относиться к природе, оберегая и сохраняя ее ценности и богатства. Я надеюсь, что наши ребята понимают, как это важно – беречь землю. Закончился всего лишь маленький конкурс в рамках школьного проекта. Ну а впереди нас ждет большой и светлый Новый год и каникулы, с чем я вас и поздравляю.
И в Новый год я бы хотела вам пожелать много радостей, успехов и побед, сил и терпения покорять самые сложные вершины и, конечно же, исполнение заветных желаний. Всех с Новым годом! Пока!